французское издательство Ubisoft осталось более чем довольна коммерческими результатами шутера Rainbow Six Vegas и поспешила изготовить сиквел. Во второй части нас ждет примерно то же самое, что и в первой. Впрочем, эта игра — нечто большее, чем просто занятный сюжет, 11 новых видов оружия, 13 многопользовательских карт, кооперативный режим прохождения и удобный мультиплеер с возможностью в любой момент вступить в уже начатую схватку. Действие Vegas 2 разворачивается как до событий, показанных в первой части, так и после. Логан Келлер отправлен на пенсию, и ты сможешь создать своего героя с чистого листа. Звать его будут Бишопом, и он новичок в отряде «Радуга». Разработчики из Ubisoft Montreal смогли настроить игру так, что она следит за действиями геймера и подстраивается под него. Новые виды оружия и амуниции будут открываться в зависимости от твоего поведения в бою. Если предпочитаешь силу и натиск, получай мощный дробовик, гранаты и супер-бронежилет. Любишь действовать аккуратно и с умом? Вот тебе отличная снайперка в подарок. Нас заверили, что в Vegas 2 существенно улучшен искусственный интеллект. Напарники станут заметно полезнее в бою. В частности, они выучили несколько новых команд и теперь по твоему приказу прикрывают друг друга и бросают гранаты в указанное место. Ребята также овладели тактикой подавления огнем. Впрочем, если искусственный интеллект кого-то все-таки не устроит, он запросто может пригласить друга составить ему компанию. Кооперативный режим прохождения рассчитан на двоих. Что касается предстоящих заданий, то цели миссии не сильно изменились по сравнению с первой частью. Мы снова боремся с террористами. Однако на этот раз будет меньше неона и больше солнечного света. Проще говоря, бои развернутся не только в тесных залах казино, но и под открытым небом. Rainbow Six Vegas 2 уже практически готова и со дня на день появится в магазинах. В России этот шутер локализует и издаст компания Russobit M.